Спасибо врачам. Акция под таким названием прошла в Ингушской республиканской клинической больнице. Таким образом, молодая гвардия «Единой России» решила поддержать тех, кто неустанно трудится в период пандемии. Раздавая средства индивидуальной защиты, активисты молодой гвардии «Единой России» напоминают прохожим – COVID не отступил. И поэтому к мерам против распространения коронавирусной инфекции нужно относиться серьезно, как и к труду врачей, в поддержку которых они и организовали этот флешмоб. Гвардия «Единой России» решила поддержать наших врачей словами благодарности в виде одиночных пикетов. Но мы также можем поблагодарить их и поддержать, если будем более ответственно относиться к своему здоровью и носить маски, перчатки. В связи с этим мы решили раздать нашим жителям индивидуальные средства защиты. Надеемся на ответственность и сознательность граждан. И берегите себя и будьте здоровы.